На этом острове нам нужно найти цифру 1. Смотри, обезьянка качается на лианах. Можешь найти цифру 1? Одна обезьянка. Цифра пробиралась через джунгли и теперь вся испачкалась. Давай очистим цифру от листьев. Проведи веником по цифре. Цифра вся в грязи. Очисти ее. Проведи щеткой по цифре. Цифра помылась в море и теперь вся мокрая. Вытри ее. Проведи полотенцем. Молодец! Перетащи обезьянку на корабль. Одна обезьянка на корабле. Отлично! Дай 5. На этом острове нам нужно найти цифру 2. Смотри, в озере плавают красивые лебеди. Можешь найти цифру 2? Давай считать, сколько лебедей. 2 лебедя. А вот и цифра 2. Цифра пробиралась через джунгли и теперь вся испачкалась. Давай очистим цифру от листьев. Проведи веником по цифре. Цифра вся в грязи. Очисти ее. Проведи щеткой по цифре. Цифра помылась в море и теперь вся мокрая. Вытри ее. Проведи полотенцем по цифре. Молодец! Посади лебедей на корабль. 1. 2 лебедя на корабле. 1. На этом острове нам нужно найти цифру 3. Смотри, змейки устроили карнавал на острове. Можешь найти цифру 3? Давай считать, сколько змеек. 3 змеи. А вот и цифра 3. Цифра пробиралась через джунгли и теперь вся испачкалась. Давай очистим цифру от листьев. Проведи веником по цифре. Цифра вся в грязи. Очисти ее. Проведи щеткой по цифре. Цифра помылась в море и теперь вся мокрая. Вытри ее. Проведи полотенцем по цифре. Молодец! Посади змеек на корабль. 1. 2. 3 змейки на корабле. Сколько самокатов на экране? Посчитай и выбери правильное число. Сколько кисточек у Смарти? Сколько морковок растет в земле? Сколько мечей на экране? Посчитай. Сколько рыбок в озере? Сколько книг у Смарти? Молодец! Отлично! Дай 5! Какие цифры ты видишь на камнях? Перетяни нужное количество крабов на камни. Молодец! Так держать! Дай 5! На этом острове нам нужно найти цифру 4.
Смотри, в озере отдыхает фламинго. Можешь найти цифру 4? Давай считать, сколько фламинго. 4 фламинго. А вот и цифра 4. Цифра пробиралась через джунгли и теперь вся испачкалась. Давай очистим цифру от листьев. Проведи веником по цифре. Цифра вся в грязи. Очисти ее. Проведи щеткой по цифре. Цифра помылась в море и теперь вся мокрая. Вытри ее. Проведи полотенцем по цифре. Молодец! Посади фламинго на корабль. 1, 2, 3, 4 фламинго на корабле. Ой, мои глазки устали. А твои? Давай вместе сделаем разминку для глаз. Я покажу тебе, что нужно делать. Запоминай упражнение. А потом вместе будем его выполнять. Я закрываю глаза и зажмуриваюсь. 1, 2, 3. Широко открываю глаза и держу их открытыми. 1, 2, 3. А теперь давай вместе. Я закрываю глаза и зажмуриваюсь. 1, 2, 3. Широко открываю глаза и держу их открытыми. 1, 2, 3. У тебя отлично получается! Следующее упражнение. Подними большие пальчики вверх. Вот так. Я смотрю на правый пальчик. Потом на левый. А теперь давай вместе. Подними большие пальчики вверх. Вот так. Я смотрю на правый пальчик. Потом на левый. Получилось! Опускай ручки. Следующее упражнение. Я смотрю на потолок. Потом на пол. А теперь давай вместе. Я смотрю на потолок. Потом на пол. Отлично! Следующее упражнение. Подними указательный пальчик вверх. Вот так. Я смотрю на пальчик и дотрагиваюсь пальцем до своего носа. Потом смотрю на пальчик и вытягиваю руку вперед. А теперь давай вместе. Подними указательный пальчик вверх. Вот так. Я смотрю на пальчик и дотрагиваюсь пальцем до своего носа. Потом смотрю на пальчик и вытягиваю руку вперед. А теперь дадим глазкам немного отдохнуть. Я тру руки друг об друга. Закрываю глаза и кладу на них теплые ладошки. А теперь давай вместе. Я тру руки друг об друга. Закрываю глаза и кладу на них теплые ладошки. У тебя отлично получилось! Теперь, когда наши глазки отдохнули, можно продолжить играть.